Ну, привет всем, ребят, это я. Вы однозначно помните эту заброшку. Здесь мы снимаем «Жизнь нельзя остановить», сериалчик такой про апокалипсис. Когда-то даже снимали, наверное, «Земля после человека». Даша меня попросила пойти на эту заброшку чисто погулять. Она мне хотела даже показать пацанов, которые купаются в этой речке. Я особо, ну, для тех людей, которые говорят, какую хуйню они купаются, вы это у меня спрашиваете? Ребята, спросите у этих долбоящих, которые здесь купаются. Ну, мы решили походить здесь, и вдруг Даша на 11 этаже увидела, как какие-то школьники... Сейчас, дай ко мне камеру. Как какая-то школота, короче, вон там, типа, ходит. Голые, в трусах, там всякое такое. Они, короче, кидают Я сначала не понял, что они кидали, а они кидают, короче, этот... Они, короче, скейт кидают. Ебать, большой. Так, убери эту хуйню отсюда. Ебать, человек-паук. Блять, убери это нахуй. Я не буду убирать. Блять. Я имею в виду чем-нибудь камнем там. Подожди. Блин, не хочу ломать дом паука, но, блять. То же самое, что и я. Приду сломаю что-то в дом. Они там реально купаются, ребят. Я не вру, я только что снял, ребята. Вы видели на ракурсе, как они купаются. А теперь, ребята, давайте я покажу вам, как выглядит вообще сама по себе вода. Вот здесь. Блядь, здесь еще больше. Чел, просто дурак, как будто что-то. Ладно, они там купаются. Так, короче. Извините, пауки. Ничего, не видно? Ай, сука. Там не видно. Блять. Что, это чутка дальше? Я знаю, ребята, то, что это видео дебильное, типа, то, что нафига мы это снимаем. Но люди, давайте быть натуралистами. Вы реально бы хотели искупаться в таком дерьме? Вот, смотрите. А теперь, ребята. Я не бойся, ты что-то сохнешь. Такое ощущение, что ты меня шибик. Да не, я просто вот. Кто-нибудь хочет заразиться СПИДом? Кто-нибудь желает искупаться в таком, извините, полнейшем дерьме? Это полнейшее дерьмо. Школьники, они там купаются, думают, блин, так весело, ни хрена подумать. Да, блядь, потом, сука, ночью блевать буду. Знаете, ребята, отлично. Ребята, смотри вот на тот кадр, это просто... Мы еще тогда, помнишь, мы еще тогда на заброшке снимали вот все это. Я даже говорил, неужели школьники будут в этом, блядь, снимать, купаться? А теперь я тебе это доказала, что не надо. И мусор приплыл вообще прямо сюда. Им насрать на то, что мусор здесь. Главное покупаться. Не съездить на какую-нибудь речку, там, допустим, с родителями или просто с друзьями. Обязательно нужно покупаться в дерьме. Ну, лень же ехать все-таки. Что тут такого? Я не хочу... Знаете, вот эта вот логика распространенная школьников. Мне лень куда-то ехать. Я, сидя жопой дома, там, я типа, сидя жопка на диванке, лучше мамку не вытаскиваю, ничего не вытаскиваю. Лучше пойду и покупаюсь на заброшке. Ребята, пожалуйста, если вам хочется заразиться какими-нибудь болезнями, а я уверена, если вы помните, я сказала, что здесь были трупы. И вот честное слово, у трупов вряд ли были бы хорошие. Знаете, ребята, я понимаю все, но я, блядь, как Дима Масленников нахуй тут хожу. Извините, ребят, я не плагиачу Диму Масленникову, правда. Я не снимаю Диму Масленникова. Ни за что, ребят. Это мой любимый ютубер Дима Масленников, но... Там, короче, что-то реально просто не сказали, я сейчас там голым снимать буду, сука. Поверь, что там? Я валю отсюда. И знаете, ребят, неприятно, когда с тобой ходит школота и говорит то, что... Говорит какую-то хуйню. Я не бросаю Дашу, ребят. Типа, я не бросаю ее здесь. Она с ними говорит. Она вступила с ними в контакт. Вступила в контакт с долбоебами. Как еще это, блядь, назвать, ребят?
что, ебанулась? Ты что, ебанулась? А? Куда? Ты что... Сука! Блять, я не дам тебе свою камеру, иди нахуй. Чё она... Чё... Подожди, перескажи все, что они говорили, то, что ты говорила. Я сказала, вы не сыкуйтесь искупаться, спидом заразиться не бойтесь, они такие типа, да нет. Пошли, ты просто сам задашь им этот вопрос. Блять, короче, снимай типа вот так, знаешь. Типа, иди. Просто вот телефон, значит, ага. Держи. Всё, я держу телефон. Ну, короче, по небу разъебали. Пацаны, а где твой второй друг? А чё так? Не, ну просто, мне, я чисто, я не представляю, мне чисто интересно, вы реально, вы нереально не боитесь заразиться СПИДом и типа, всякой хуйнёй этой? ВИЧем, тем же самым. Типа, вам здесь, типа, наоборот приятно купаться? Ну, вопрос чисто теоретический. А, типа, просто доходит до пояса, да, и всё? Ну, какая разница, заразиться-то можно. Ну, типа, вообще никакой боязни, типа, похуй. Я правильно понимаю, типа... В этом дерьме купаться лучше, чем на обычной речке. Не, я не купался. А, пенниборд. А что вы с ним делали? А, ну типа... Ну как бы я типа понимаю, вам вообще как бы не суково здесь купаться. Вот вы даже... Вот... Я понимаю, но ты зашел туда по пояс. Типа, а, хорошо, вы здесь первый раз находитесь, или вы уже видели, типа, как какие-то чуваки купаются и, типа, берете за окна пример? Не, я здесь не первый раз, я не видела. Тут реально купаются, я не знаю, кто не видел, но я здесь видела, что здесь купаются. Ну, вот там вот было, я помню, мы ходили сюда на прошлой неделе, там так чисто было, уже мусор, типа, приплыл и получилось. Не, я видел. А, ну, понятно, ладно, спасибо. Как бы подросток, он, короче, разбежался. Ну, а. Неудивительно, тут два подростка купаются, если их не три. Их здесь три. Тут они три, трое купаются. Вот один на той доске купается, короче. Ну ладно, там я понял. Там такая нередко. Ну, понятно. Ну, в общем-то... Как я себе ногу затерла? Даже себе на черную ногу каким-то образом, короче... О. Ну, как вы видите, ребята, да, мы, типа, задали такой вопрос этому школьнику. Он вполне адекватно отреагировал, это приятно, уже приятно, то, что он адекватно отреагировал. Да, просто помните, видео, если видео про неадекватных школьников на этой заборке. Да, жестко неадекватных, они там, типа, такие. Ебать. Ебать, просто вот, блядь, начёрку себе нахуй ногу. Короче, второй пацан куда-то съебался, я не знаю, куда он съебался. Короче, пойдем посмотрим. Реально, мне чисто интересно, они реально поебали пенниборд? Ты извините, но он же сказал, что типа не А, блядь, он спиздил пенниборд. Они, наверное, подумали то, что мы хотим у них избить, типа, их и отобрать. Ну, типа... Мне нужен тоник, если у меня свой. Причем ну, они же этого не знают. Я понимаю. Типа, Лола, это нормальная реакция. Если бы, прикинь, пришли какие-нибудь здоровые старшики, типа, и начали ходить тут, типа, с телефоном, так, и, типа, знаешь, типа, ой, ебать. Ничего, не надо, чувак. Вообще, ну реально, я понимаю, как бы экстрима себе прям желаешь жёсткого. Ну, знаешь, я не хочу такого контента, как у Димы Масленникова. Ребята, повторяюсь, не плагиачу, я не плагиачу ни в коем случае Димы Масленникова. Ну, он мой просто очень любимый ютубер. Вот. Это просто, скажем так, пародия. Пародия не является плагиатом. Да. Да даже если уж мы сплагиатели, то сплагиатели не так. Как у Димы Масленникова. Дима Масленников, во-первых, по ночам ходит. Подобрать. Да, а это в первую очередь. Днём. Мы здесь ходим днем. Чтобы все было видно. Да. Ну, во-вторых, у Димы Масленникова очень хорошая съемка, у него много камер, а я не так снимаю, ребята, у меня не такое. Как вы понимаете, вот. Пипец, я сейчас себе так ногу натеру, мне так много сейчас буду пиздить. Знаешь, я вот так и назову видео. Школьники купаются в этом, и знаешь, я тебе превью такую поставлю. Просто это такой трэш, реально. Ну, типа, лол, они... Даже если по пояс заходить, это все равно минус просто, блядь, наверное, тело. Ну, чувак, понимаешь, как бы вот по пояс ВИЧ, знаешь, где бывает? Ну, как бы ВИЧ... Я не знаю, ВИЧ, типа, я... ВИЧ спит передается через что?
Правильно, скажем через так. Через жопу? Через любовную связь, скажем так. О, блядь, фу, нахуй. А, как бы понимаешь, он дошел по пояс, а значит, уже может быть заразен спидом вылечен. Да, потому что если смотреть, что там, блядь, происходит, не особо прикольно, ребят. Да, сори. Вот, вот, это все туда протекает. Вот если грязь, вот это, вот если вот эта вот херобора вот здесь плавает, типа, ну вот это вот, блядь, грязь. Типа, туда мог кто-то ссать, плевать. И всякое такое, типа, ну, кто бы хотел в этом купаться? Я бы не рискнула, даже бы самокат достать. Просто бы не рискнула. Понимаете, ребят, это то же самое, что 5 человек покупаются, ну, будут мыться в одной ванне, и последний будет один из них, ну, последний будет ребенок. Только здесь намного жестче. Да. Вот она жопа. Вот эта превьюха. Вот это... Поставь. Вот. Просто поставь вот эту превьюху еще. Вот, блядь, вот... Ребята, знаете, я не хочу... Да, но я не хочу вот это именно фоткать. Просто, ребят, знаете, я тут снимаю это все, наверное, кто-то ест, так что я не буду долго снимать, извините, ребят. Приятного аппетита. Бон аппетит. О, кстати, то лес... А, не знаю. Че? А, сука. Она еще... Блядь. Сейчас, подождите, ребят. Не, что приостановились, в общем-то, ребят. Что, какой мы вывод можем из этого сделать? Никогда не купайтесь на заброшках. Это все чистый пиздеж. Никогда не верьте людям, которые говорят, да там чисто, да там нормально, ничем не заразишься. Купайся смело. Да. А потом в больницу и люди, иногда короче, даже в гроб. Есть идея. Очень хорошая идея, потому что у нас в 5 озер продается тест на СПИД, и не только можно просто окунуть его в воду, и посмотреть, что там. Да. Я об этом не знала, только она мне только сейчас об этом сказала, это прикольно. Ну, в общем-то, ребят, подписываемся на мой канал, ставим лайки. Всем огромное спасибо за просмотр. И повторяю, не купайтесь на заброшках, ребята. Я категорически запрещаю вам это делать и вообще остерегать это вообще. Насрать, и заброшек тоже остерегайтесь. Заброшек особенно остерегайтесь. Ладно, ребят, всем пока.